Какая-то странная надпись. Опять за Мэдалин, опять за женщину. Играю я за женщину. Люблю я за женщину играть. Всем привет! Это Кактус, я продолжаю играться в игрушку под названием Assembly. Assembly, Mind, Spirit, Souls, Body, и все это ты. Ну да. Вот, дошел я, да, короче, играл в прошлую серию мужиком. Да, каким-то Антоном. Нет, не Антоном. Не помню, как его зовут. Нашел какие-то там новые вирусы, там все дела, там все, короче, очень плохо. И вот я решил, мне пригласили, говорит, ты поиграть за Мэдалин и, говорит, пройти новые пазлы. Да. Ёпта! Ты нахуя свет выключила, дура? Ёпта! Чё, ну это просто, ну это же мафия, да? Кто в мафию ты не играл, ёпта? Чё-то я смутно как-то правила понял. И чё? Вот этот достать, либо вот этот достать, да? А нет, оба достал, смотри. О, бляха-муха. Так, мне, значит, надо воткнуть в спину, да? Кому? Ага, лысый плохой. Могу вот этому воткнуть. Могу вот пожарному. Ты у нас кто? Ты у нас доктор, да? Чё ты у нас доктор? Ты у нас доктор в крови, значит, может быть, ты и воткнул. Ах ты, падла. Так, а у тебя чё? А кому втыкать-то? Так, это я по комнате медика сейчас шарюсь. Так, у кого был медикаменты пропали? Так, значит, медик, да? У нас на подозрении медик. Так, а кого мы убили-то вообще? Убили? Нет, политик, вот он. Да, это политика, это кто у нас вообще? А, это какой-то лаборант. Ну заебись, мне со знанием английского вот. А так, going public will te чем ту нахер everything to sense efficacy. Ухаха. Ни хера я не понял. Я даже приблизительно не понял, что он там имел в виду и что хотел. Убили лаборанта. Я не хера, блях. Очень тяжелый квест. А если я ошибусь? Потом будет новый убивать? Так, ему отменили
Не, ну тогда бы он и политика бы убил. Зачем лаборанта убивать? Наверное, знаешь что? Наверное, все-таки... Вот... А вот этому я могу воткнуть? Сука, и этому могу воткнуть. Так, у этого плей горит. Этому могу воткнуть. У этого плей горит. Этому могу воткнуть. У этого плей горит. А это у нас кто? А это у нас учитель, что ли? А ты что такая побитая тогда? Так, давай тогда наугад воткнем. Это проявитель, фотограф. Property magnetic. Вот этот фотограф. Вот этот фотограф. Пресса. А они тут все. Ну давай тогда вот этому воткнем, да? Нет, подожди, кому я хотел воткнуть-то? Бляха-муха, да как это изучить-то все? Все дело. Давай почту, может, тут угрожающее что найдем. XX. Доктор, слушай, ты чё? Так, медикаменты. Ты хотел медикаменты спидить. Тебя запалил вот этот хуяк, да? Давай воткнем. А, чё? Еще могу воткнуть? А, это кого я сам убью? Так, кто плохой? Плохих надо убить, да? Да, медикаменты пиздила. Ага. Так. А сколько у меня всего даггеров? Слушай, я пропустил. Повтори, сколько у меня даггеров. Сколько я могу спин воткнуть? Давай еще пожарному воткнем. У него дочь померла. Нет. Не закончу, потому что это учитель, это хороший очень. Вот этого еще, ну да, вот этого убили, потому что у него тут дочь померла. Он там гадости говорила. Опа. Или вот этому воткнуть. Не, ну политики, как всегда, они там мутят, но не своими же руками. Инженер. Что у нас инженер? Да инженер вообще у нас святоша. Ладно, пошли тогда. Все, я свой выбор сделал. Правильно я убил-то? Как так-то? Начни ед, что ли? А куда тогда? Сука, когда ты успел это повторить? На, вот так вот. Да ты чё? Блин, ну угад не хочет мне тыкать-то. А, вот, смотри, у нее дочка умерла. Давай тогда вот так, у всех, у кого дочки умерла, воткнем. Да не хочу я стори слушать, я... А, да, документы какие-то там, что-то, let's take care, что-то херня. Ну, я не понимаю, кого убить надо. Так, не, ну вот это святоша, это по-любому убивать ее не надо. Да, ты же у нас хорошая. А, так, я нашел это украшение, говорит, это тебе понадобится.
О, спасибо, я не забуду никогда твой поступок, и моя дочка, которая... Чё-то спасибо. Ты сантехник сраный. Так, вот у политика еще что-то, смотри, тут хуйня какая-то. From my PC 0923. Пойдем. Ноль девять 23. Так, я что-то, говорит, какую-то хуйню нашла. И магнетик. Фигня тоже какая-то. И фигня, я пойду спать с твоей женой. А, так. Ты какого хрена имеешь проблемы? Я тебе заплачу очень много денег, если ты сдохнешь, сука. Давай тогда тоже политикана убьем. Они тут какие-то все. Выпусти, выпусти меня, давай. Да ты чё? Да почему не так-то? Чё, тогда давай методом тыка, да? Так, этому я уже не могу. Военному. One more. Так, последний, что ли? Так, ну медик-то я зачем убил? Да вот тебе воткнем, тут слишком религиозные. Так, не хочет. Так, может, вот все-таки медик неправильно. Надо политикану воткнуть. Да ты чоу. Так, давай тогда вот так. Этому тоже вытокнем. И будем те, кто напротив друг друга сидят. Вот так вот тыкать. Да ты чё? Так, ладно. Отсюда вынем. Сюда воткнем. Да бляха-муха. Дайте мне на русском игру, я тебе почитаю и сразу, блин, интуитивно тут что воткну, куда надо. Трай-трак, да я не читаю, блин, тут не... Не, я, короче, так вообще ни хера не понимаю, так что будем... Бля, тут дохуя тогда этих. Получается. Так, с тобой, значит, я тут уже... Вот, кроме вот этого, да? Так, значит, политикану давай ставь... А, это не, подожди, это не политикан. Так, давай теперь вот этому воткнем. С гаечным ключом, падла. Так. Блять. Да я все равно не пойму, там, что ты там пиздишь. Сложно. Сложно, потому что непонятно. Да ты чё, я думал, я все прошел. Ладно, оставляем у тебя. А, так я уже этого проверял на всех. Давай. В принципе, не так уж и много осталось. Нифига себе, да ладно.
А с какого? Учитель и политикан. А я, по-моему, так тыкал. Ну ладно. Ладно, не будем разбираться, потому что там все равно ни хера не пойму. Сука, заставила меня отдыхать, а я нифига там не понял. Не понял, почему вот этот хрен убил и это. Вообще не понял, вообще там кто-то убил кого-то или не кто-то убил кого-то. Зачем мне нужно было кого-нибудь замурдарить? Фак, лучше бы так не на логику давали, а что-нибудь такое позолическое. Позлилическое. Нет, как она? Позлическое, да твою же ж. Ну вы поняли, короче, пазл. Пазл, пазл, пазл. Там интересно. Вот кубики интересные я двигал. Так, я теперь опять за этого играю, за мужика. Че, значит, опять по лаборатории будем бегать? По лаборатории я люблю бегать. Это интересно. Искать новые вирусы. Или мне вообще сейчас кому-нибудь другого дадут, да? У меня чаптер 5, по-моему. Я когда загружался, смотрел. Ну чё? Эй. Ползла же до конца уже полоска. Бляха-муха. А, во. Да, во, я на лифте еду. Отлично. Так, надо пойти в контрольную рубку. Окей. Офис не это? Чего там зырите-то? А я могу подвигать это? Охренеть. Нет, я не туда, да? Ну ладно, сейчас побегаю, посмотрю. Ну ладно, я посмотрю тут. Мне просто интересно. Чё это за хрень такая? No connect, сейчас мы тебя законнектим. Так, это все работает. Где проводочек? Куда идет? Так, отсюда проводочек идет сюда. Ну а чё, connected. Вот он. Ладно, давай другой дернем. Загорел синеньким, да? Так, тоже синеньким загорелось. Так, какая-то выключилась, да? Вот эти две. Блять, вот это пазл. Так, а если вот эту дернуть? Можно, слышь? Сука. Не, ну так это вообще нерешабельно. Чё нахуй за головоломки? Так, я, по-моему, не туда, да, пришел? Так, мне куда надо-то? На что давить-то? Е, нет. Г, С, В. Так, нет. На Р я все время давил Р, и у меня это... Мои мишины срабатывали. Бля, свободу действий, что ли, дали? Да, ладно. А я вообще заблудился, где это я?
Первый живой человек. Не, я помню, не там, я слышу. Go to teach 5B and ask Накамура. Это есть Накамура? Да, доктор Накамура. А как я сюда так прибрался-то? Вот это красота. Дайте я вам туда спизжу что-нибудь. Блять, контрольная рубка. Тут, наверное, блин, боссы сидят. Смотрят за всей вот этой хуйней. Потом такие. Слышь, ты чё? Слышь, первый. Вируса много. Так, ладно, пока мы не будем тогда тут шариться. Чтоб не портить. Я наверняка тут где-то написан код от компьютера. Ладно. Пойдем с Накамурой попиздим. Накамура, привет. Кел меня зовут. Work, 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 work. Так, смутно, я что-то все понял из этого разговора. Она, короче, мне не захотела. И мне нужно get Накамура to leave the... Надо, короче, придумать так, чтобы она из офиса съебалась. Так, а что мне с тобой сделать? Пожар! Пожар, слышь, Накамура, бля! Во! Дзынь! И все. И пиздец, Накамура убежит. Так, ладно, а что же мне тогда? Инмасей. Да, вот главная рубка, да? А тут такой беспорядок. Это же главный, типа, флор. Какой твой бук? Твой бук нету. Ты вообще не грамотей фигов. Опа, Эйнштейн. Смотри-ка. Не, хотя он там не лысый такой был. Чё-то я не хочу сюда входить вообще, блин. Тут дезинфекция какая-то. Так, это не открывается, закройся. Так, мониторчики не работают. Чё это написано? Деконтаминатион. Жуть, я, блядь, вот такие вот знаки не люблю, прям вообще пиздец. Они меня пугают так все время. Так, давай почту проверяем, так. Ребята, говорит, я там что-то все почистил. И там не осталось ничего. Говорит, бегите оттуда все подряд. А, что-то они там профиксили на 100%. Какой-то аэркон. Сука, хочу на русском ее поиграть. Ну, блин, это очень долго ее ждать на русском. Потому что официального перевода не будет. Ждать только перевода этих. Так, извини, Жен, я не могу поиграть вокруг
с Мариной. Херню трепишь. Ничего интересного. Мне коды от ноутбуков нужны. План поменялся. Так, ничего дельного мы там не выяснили. Лайтсан, лайтсан. Во. Хуя себе, он чё, помер, ему чек на 1 миллион выписали, нахера ему? А, он, короче, как решил опыт какой-то на себе провести, и ему чек на 1 миллион дали, да? Ну, так, так. Чё-то тут пошло не так. Сэмпл, а где я тебе сэмпл возьму? Нет тут сэмплов. А, давай, наш чё, руку опустим, пойдем. Я там play мог нажать на руке. Смотри, не работает. А, нет, работает. Ну-ка, давай. Давай, поливай меня. Во. Фу. Это обязательно надо сделать. Мало ли там чё. На мне паразит какой. Так, а мне что туда положишь или что-то надо? Не, ну не может же быть такого вот этого. Нет. Что-то уж очень квестового получается. Да не, рука бы сразу загорелась, да? Вот тут у нас в балтоволках ничего нету. Это тоже нельзя потыкать. Так, вот здесь в ящике тоже ничего. О, а может и тут что? Как я упустил эти ящики? Не, нихера. Так, ладно, здесь тогда ничего уже дельного. Здесь мы все посмотрели, что у меня по заданию. Так, надо заставить Никамуру съебаться из офиса. Слышь, а меня не выпускают с такой без этого. Вот же ша. Я-то думал, я типа тут что-то просто так нажал. А нет, оказывается, тут все зациклено. Во. О, что-то, по-моему, взять мог, да? А. Так, я так понял, если у меня лупа, то это не обязательно, да, взять. После того, как он что-то напиздит. Офис. Рекретион. И чё? Я тоже не хочу читать, как и ты. Я хочу Никамуру вытащить. Никамура. Как же тебя вытащить-то? Никто, да, больше не отлогинивается. Так, come dress it stone, want you sample. Так, это фигня. Вот, Накамура, спун. Please can you guys stop tick tick tap tap pa pa para pa pa para. Нихуя непонятно. Так, что-то происходит, будь осторожным. А что происходит? Ну ладно, циферок нету. Блин, почитать бы это все. Но у меня с английским вообще проблемы. Чего? Я кладу sugar. Бум. Вот шутники-то, а. Кто ж так шутит в таких местах-то? Опа, это я как... А, это я за этот барьер прошел? Нет, я был вот тут, потом прошел сюда, вот.
Мне нужен код от офиса Накамуры. Так, не видно ничего, да? Бля, вот это там шумно так. Так, тут я точно был. Накамура, как же мне... Так, я тут тоже был. Лаборатория. Код от двери. Как ж надо и быть-то? О! Я думаю, я тебя сейчас положу туда. А ты не хочешь. Кабинет вакцинации. А пройти не дают. Посмотреть вакцины. Ой, застрял. Чуть дверью не раздавило меня. О, что-то есть. Смотри-ка. Куда колоть надо, да? Окей, заберем. Нам это интересно. Было бы круто, если бы ты мне еще пароль дал. Вот двери. Лаптопик не работает. Во! А, нет, смотри. Если добавить сахар, получится кислота. H2SO4, да? Это же кислота. Или это спирт? Так. Мария плакала ночью. Ай, год. Что-то получилось. H2SO4. Flame on duties. Хлорат, хлорат, где же я видел-то хлорат? Я где-то тут это все видел. Значит, по-моему, я один медикамент видел. Все, больше тут ничего, да? Ничего, ничего. Вот, потрогать могу. Так, вот, да, хлорат. Только что видел хлорат. Я думаю, блин, где же я его видел-то? Давай, клади в карман. Так, это в карман. Так, подожди. Так, щугар я знаю где. Щугар это я сейчас по-быстренькому сделаю. Сахар. И... Сладкий, сладкий сахар. Так, и ломимся. Вот сюда. А где... Вот она. Хе-хе-хе. Ну давай, клади в карман-то. Так. Все готово. Что теперь надо делать? А? Recreate experiment in lab 5D. Да ладно. Что тут, что ли, что-то? Ну давай, выливай. А, Марию надо запустить, ёпта. Так, выходим. Делаем дезинфекцию. А нафига мне еще одна бутылка? Или я сахар с этим смешал? Сейчас получу, ребят, суперкислоту. И как тут все бомбанет к фигеням. Давай. Мария, работай. Полетела. Набрать пипеточку и капнуть. Бум! А, хорошо, гори. Вот и все. Накамуру, Накамуру я вынул. Спасибо. Спасибо за внимание.
Какого хрена? Что случилось опять? И теперь идем мы в кабинет Накамуры. Так, а где? А, не тут. Вот тут Накамура. Ты же прямо у лифта была, да? Не, погоди. Бля, я заблудился. Так, не тут. Накамура, ты где сидела, ты ж? А, вот она, вот тут. Я на лифте приехал, туда зашел сразу. Идем в кабинет Накамуры. Окей. И теперь мне надо что-то пить. Да она тут главная, по ходу дела, админ, да? Чего? Бери, бери, давай, жесткий диск бери и погнали отсюда. А это не жесткий диск. А хотя жесткий диск, смотри. Юбишный какой-то 3.0, да? Говно какое-то. Редкостное. Так, connect the portable drive on your memo... Куда? Don't need it. Need it, я бы сейчас тут поорал на всю катушку. Вот сюда. Дату трансферим. А долго трансферить будет? Очки-то у меня какие блатные, а? Google Glass, да? А, вот копинг дата. Хе-хе-хей. Быстрее, 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 пока Накамура не пришла. Быстрее, мы пиздим инфу супер секретную, он нам ж пизды валят. Супер агенты. Опа, ёпты. Кома Хоппер. Кома Хоппер, привет. Так, тут ничего нету, никакой инфы. Тут тоже, окей, забираем. Опа, новые глаза. Так, go to control room and pony доктор. Че? Доктор Чевис. 5C и доктор Чевис. А где доктор Чевис? Так, а сюда могу пройти? Какой лог протокол? Давай, я хочу посмотреть сервера, что там вообще. Бля, там клево так. Ладно, пойдем. Больше ничего тут тебя спиздить нельзя же, да? Так, доктор Накамура не надо. Мне нужен доктор Чевис. А доктор Чевис у нас... Рум 5C. Где карту видел? Рум 5C. А я был у Накамура 5B. 5B, 5B, 5B. Сука, а тут 5B-то нет, что ли? 5C, вот он. А, вот он, 5B и 5C, вот. Так это я не там. И чё это я где-то вообще лазю-то? Терминал. Оп-оп, оп-оп. Так, ладно, не тыкается. Звоним. Сидлэре, ну давай. А чё мне теперь задонить-то надо? Кол. Call...
Да, а что мне сделать-то? Я все прослушал, пока по ящикам лазил. Ты возьми. Возьми это. Так, все, больше не тыкаем туда, он что-то как-то уж очень долго там все трепет. Так, а что мне надо-то вообще? У меня, смотри, у меня по заданиям-то go to control room, это я сделал. Доктор Чевиза, вот доктор Чевиза, наверное. Call the stone, the hair next real. От админа. 2012. 2012 код. Окей. 2012, пойдем. Не буду слушать там хрень какая-нибудь долгая. Хотя, может, какая-нибудь инфа будет. Чё пури гуд? Сам ты пури гуд, ничего ты там. Так, я что-то код забыл. 2012 же, да? Листочек я подготовил, а не записал еще 2012. Мало ли, я забуду. 2012. Окей, все, готово. Готово. Где-то только я эту дверь видел. Внизу, да, где-то на лифте надо ехать. Да, потому что только одни лаборатории. Так, так, это не то. Так, не, погоди, я тут вообще не в ту сторону пошел. Так, там тоже нихера... А, вот он, лифт. Нашел я лифт. Чапаем, 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 чапаем. Погоди, а как мне тогда? Не, а где тогда комната закрытая? Так, это главный. Я там только что все облазил. Это лаборатория, где мы все подожгли. В офисе, ну точно нету, это выход он там. Это еще одна лаборатория, где я тут хикаменты какие-то забрал. У нее там пожар, она... Да что уж делать-то? А, вот она же, бляха-муха. Так, стой, подожди, давай. 20. 12. Гатья. Гатья. Night Vision. Окей. Так, Terraform, Outback, Morse, Platform. Только, надеюсь, мне не надо будет это все запоминать-то. Options 3, Back, Speak, and Tilda, Pap, T13. Так, сразу по ящикам. Может, что дельное. Пустые ящики. Вообще, пипец-то какая-то аккуратная прям. Кандидата септят. Какую-то девочку какую-то завербовали. А ты кто вообще такой-то? Что у тебя за батарейки тут? А, техническая комната, да? Вот где инфекция-то. Хансон, Сталфилд, Фулбург, Хаммерлифс. А это что?
Не знаю. Опа. Здравствуй, девушка. Здравствуй, девушка. Что это? Кусок решетки? Таблеточки. Везде таблеточки валяются, а? Они тут все под наркотой ходят, полюбас. Дай пройду стул. Так, что в компьютере? Так, мы какую-то там на машине, какую-то там ее поймали, нифига ее не поймали. Так, ну и чё? Не, серьезно, чё? А чё? Ну и чё, ты работал там где-то чем-то с чем-то. Кто-то с чем-то. Бляха. Слышь, бляха, чё ж делать-то, ёпта. Где телефон? Нет, это поиграть. Салима, this is Dr. Chavez. I need to know if your antiseptics are at human testing stage yet. My team is suffering daily claw and beak attacks, so they'd be perfect subjects. Call me. Extension 174. Так, ну это я уже слушал. И это я слушал. Мне надо позвонить. Дорогие картины у них висят-то, однако. Мне надо чё? 5С? Да, я уже звонил уже, 5С. 5С, вот она. Значит, выходим по коридору. Вот она, 5С, обсерватория. Куда же звонить-то? Нет, видишь, не берет, сука. И тут не работает. Вверх-вниз, вверх-вниз. Movemate 168, Restore 188, Time, Dagger Time. Что же мне делать-то? Тут я тоже все прочитал. Так, это я не буду повторно. Во! Твою же ж дивизию. Готов к следующему этапу, ёпта. Чё потемнело-то? Кто свет выключил? А во. Тебя, наверное, опять за Мэдалин буду играть, да? Да. Блин, дали бы только какой-нибудь другой пазл. Там что-нибудь более на это. На логику-то какую-нибудь там. Чтоб не слушать вот эти всякие вот бредни. Ой, я... Доктор Стоун? Sounds like rather a double-edged sword. What happens if one of you goes rogue? Everyone must answer that in their own way. We're all on the same path, Madeline, just standing at different points. Well, shall we begin? Да, давай начнем. Начнем шоу Begin. Я слышу, я, по-моему, сейчас сам с собой встречусь, с тем, кто я еще вот за этим играю. О, и у меня, знаешь, вот возникло, интересно, вот где мы сейчас вот в реале есть вот такие же лаборатории, так, чтобы кому-нибудь вирусом нашпинговали и давали проходить вот на это логическое мышление, там всякую другую фигню. Наверное, есть где-то, да? Ладно, на этом тогда серийка заканчивается, уже за Мэдалин будем играть в следующей серии, потому что уже довольно-таки долго получается. Ссылка на плейлист будет в описании под видео.
Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, комментируйте. Продолжение следующей серии. Пока-пока.